насколько все было трудно, получилось так, две шайбы забили, потом хорошая игра, повели в счете. Хотелось бы поувереннее, мы пропустили ненужные голы, но потом реабилитировались. По итогу результат хороший, продолжаем дальше. Сегодня что-то, может, было такое предчувствие, может быть, такое, что забьет обязательно, может, день как-то складывался, какие-то приметы были? Нет, никаких предчувствий не было, просто делал, что обычно. В итоге получилось, ничего особенного не делал. Вы не только шли к этому полу, к первому основному КХЛ, какие были эмоции, у вас там было такое очень яростное лицо, показывали. Ну, эмоции, понятное дело, были, долго шел. Никак не получалось полноценно играть, здесь дают, ну, надеюсь, буду дальше забивать, пример так. Я особо не помню, ну, пример так. 5 побед подряд, настроение сильно хорошо поднялось у команды после того, как... Да, атмосфера отличная, хотелось бы дальше продолжать так.